Экстренные новости! В городе появилось ужасающее чудовище! Книгуру! Книгуру! Опаснее, чем вы думаете! Книгуру заражает детей! Их глаза начинают светиться! Они читают! Идут за новыми книгами и снова читают! Читать опасно! Санэпидемстанция предупреждает! Чтение вызывает развитие головного мозга! Мы потеряли сына! Он больше не смотрит телевизор! Он никогда уже не станет такими же, как мы! Все на борьбу с подростковой читатизацией! Выбрасывайте книги! Изымайте у детей букридеры! Предохраняйтесь от чтения! Требуйте закона закрыть всех библиотеков и... И помните... Читать опасно!